Прощай, Ваня. Мою вязаную кофту отвези Катеньке. Она должна быть зябнет. Товарищ Санчин, товарищ Санчин. Вы один? Без охраны? Ваня, а кого нам бояться? Всякое случиться может. Позвольте мне с вами, а? Я один люблю гулять. Живешь здесь? Вон мои окна. А скажи, не сыро в подвале? Это прекрасный подвал, товарищ Сталин. Теплый и сухой. Как твоя жена, дети? Жена в положении. Мы ждем ребенка скоро, первенца. Хорошо. Дети – наше будущее. Ты доволен жизнью? Все в порядке, пока не жалуюсь. Что ж, прощай, товарищ Санчин. Что с вами, товарищ Сталин? Сколько ты со мной работаешь, товарищ Санчин? 4-й год. В ближнем круге. Говорят, я очень подозрителен, никому не верю. Но могу ли я верить Ване людям? Если даже ты, свой, из ближнего круга обманываешь меня. Нет у тебя жены. Она повесилась 20 минут назад. Вот видишь, я знаю все. Все и про всех. Все и про всех.